Merhabalar takipçilerim, nasılsınız? Девочки, мальчики, привет вам! Как вы поживаете? Все хорошо у вас? У меня нормально, вроде как, да. Hi, my dear! How are you? Сегодня мы с вами попробуем... Глотать буду частично, сразу говорю, потому что розовая страна мне не идет. Вот такая розовая Астана. И мелочек Эверест. Господи, забыла название. Бүгін бізді бәлі тәбешіріміз Эверест ады, хәмді пәмбі Астана келіміз. Келіміз крема халінді. My dear, pink Астана, чалк Эверест. Ну что, начнем? Как-то так-то. Наша сметана. Розовая, прирозовая сметана. Вид, конечно, он такой глянцевый. Вообще, вот, наверное, видно, да? Как?
Поверхность не гладкая, напудренный, он такой немного пористый, что ли, не пойму. Ну, маленько твердоват, конечно, сухой, но он не такой сухой, немножко есть жирность. Biraz yağlı geldi bana. Tebeşir. Pembe astana zaten biraz yağlı.
Сочетание вкусное. Ой, красавица. Сочетание получилось вкусное, потому что Астана, какой-то привкус мне не очень понравился, но с Эверестом оно стало вкуснее. Общий вкус. Ой, красавец, ну куда буду деться. Tadı ikisine beraber çok güzel oldu. Çünkü sadece Astana'nın tadı pek beğenmedim. Şu an tebeşir ile beraber olunca hem de Everest tebeşir ile beraber olunca tadı güzel oldu. Yuttum sadece %30 galiba. Çünkü dün gece yedim. Çok yedim. Biraz kendime dikkat etmesem olmaz. Hem de ilaç kullandım. Grip oldum önceye. O yüzden bir gün böyle. Teşekkür ederim. Спасибо, мои дорогие. Было действительно вкусно. Сочетание просто суперное. Вот. Так что, мои дорогие, мы еще с вами встретимся. Сметанка сама на вкус, как бы Астана, но не очень мне было. Как-то какой-то привкус был. А вот с мелочком. Этот привкус вообще просто убил. И такой вкусный. Вкусный стал. Так что вот наша розовая сметана еще есть. Я ее теперь поставлю в холодильник, закрою крышечкой, и она будет ждать до следующего видео. Так я храню все свои пасты. Они все у меня в холодильнике, все закрытые вот так друг на дружке, выстроенные. Сразу все съесть не получается. Потому что замачиваю иногда много. Вот. Ну что, мои дорогие, еще увидимся. Спасибо вам. Целую вас, обнимаю. Прямой эфир так хочется очень. Но здесь у мамы всегда шумно, поэтому я как-то уже стесняюсь снимать. Ну, если только с утра, может быть, получится. А с утра у вас-то времени нету. Вы же все, как бы, наверное, ну, большинство людей работают. Вечером свободны, вот, а вечером у меня вообще здесь заходят и племянники, племянницы, дядя,
В общем, все рядом живут, и все у нас в гостях бывают часто очень. Вот, как-то так. Ой, микрофон мой убежал. Teşekkür ederim takipçilerim. Öpüyorum sizi, seviyorum. İnşallah görüşürüz. Tebeşirin tadı güzeldi. Thank you, my dear. I love you. I love you, I love you. Вот. Сегодня я такая без макияжа, короче, краса. Ну, что-то. Тогда будем прощаться. Люблю, целую вас. Пока-пока. Bye-bye.